вот уже третий сезон использую термосапоги. Битяк их на воротах. Это такая уже не продавливается подошва. Ну не прокалывается сучком. Ходить по лесу мягко. Ногам тепло и сухо. И что мне особенно нравится, можно вброд переходить. Вброд переходить воду на боку ногу. А потом просто выливать из сапог. Вот уже все удобно. Сейчас покажу. Вылили и все, ногам сухо. Пошли дальше, особо не заморачиваясь. Надо, разделись до пояса. Поскольку у меня нога такая, можно сказать, уродская, косточка стала расти. Ну и сапоги я сначала одни вылил, потом они у костра немножко ужались, по этим тоже видно. Я купил на два размера больше, это вот уже 46 размер. Ну и ничего, одеваю вот такую муфточку, из носка сделал муфту шерстяного. Одеваю носок. Одеваю носок. И целый день, по 10 километров, по 15. Даже я со своей уродской ногой, то спокойно прохожу без натруда с этими косточками. Вот такие мелкие.